Темой нашего ролика стала серьезная проблема, которая уже несколько лет трогает сердца небезразличных людей. Все чаще и чаще на улицах Волгограда мы можем встретить бездомных и брошенных животных. Тысячи собак и кошек, которые вынуждены не жить, а выживать в жестоких условиях и кое-как искать себе пищу. И с каждым годом таких животных оказывается все больше и больше. Исследуя данную проблему, мы провели опрос, который показал, что все не так уж плохо и ситуация не слишком плачевная. Есть все же добрые люди, которые оказывают помощь братьям нашим меньшим. А именно, подкармливают их, отвозят в приюты или даже забирают себе домой и впоследствии содержат питомцев. Это не может не радовать, не все потеряно. Однако, таких небезразличных людей не подавляющее большинство. Их слишком мало, чтобы решить проблему бездомных животных, что очень печально. Проблема остается актуальной и по сей день. Нам остается лишь надеяться на то, что в ближайшие годы власти города обратят внимание на нее и что-то изменится. Помогаете ли вы бездомным животным? Помогаем, стараемся. Каким образом? Подкармливаем, определяем кому-нибудь, стараемся. Помогаешь ли ты бездомным животным? Да, помогаю. А каким образом? Ну, я им подкармливаю, даем какой-то укроп. Стараюсь, чтобы люди бездомных животных брали к себе, а не покупали, как обычно это делают. Все, хотите ли вы бездомным животным? Да, помогаю. А в чем это выражается? Допустим, подкармливаем подъездных животных, иногда на улице.